Привет, вопрос, Анастасия, смотрите, какой вопрос. Ну, у вас некоторое противоречие с текстом, да, вы говорите, что как мужу объяснить, что вам не хочется, что тяжело сидеть и прочее, вот, поэтому говорит, что поговорить я не могу, сразу начинаю плакать. Вот, то есть, ну, это противоречие. Если вы хотите с мужем поговорить, то, наверное, если хотите мужу объяснить, то поговорить придется. И, возможно, перед этим, в таком случае, имеет смысл разобраться с тем, почему вы плачете. И если это у вас, например, из-за гормонов, да, ну, вот, то, соответственно, имеет смысл, ну, какие-то успокоительные выпить, чтобы снизить немножко вот уровень эмоциональности и иметь возможность человеку донести, ну, то, что вы чувствуете. Вот. Это первое. А второе, видите ли, какая проблема, да, проблема заключается в том, что еще до беременности, да, вы судя по тому, что пишете, вы как-то уже тогда позволяли себе делать то, что вам не очень по душе, вот. То есть вы ходили на мероприятия почему-то, да, когда вам это не нравилось, и вы не отстояли свое право этого не делать. И сейчас, по сути, вы в некоторой степени, ну, сталкиваетесь с последствиями своих таких действий. Вот, в какой-то степени вы сталкиваетесь с результатом своих действий, то, что ваш муж, он по большому счету, вероятно, просто привык к тому, что вы с ним везде ходите, он привык к тому, что вы с ним, ну, что вы с ним находитесь вместе, вот, и он, естественно, ждет, естественно, он ожидает того, что ну, того, что вот вы будете его как-то поддерживать, да? Вот, поэтому ситуация здесь вот такая, такого плана, и, соответственно, решать нужно это в первую очередь в вопрос вашей уверенности в своей точке зрения, это первое, второе, вопрос взаимоотношения с мужем, это второе. И третье, это то, из-за чего вы, собственно говоря, плачете. То есть вот, ну, основание или ваше, ну, основание или причина для, значит, для ваших слез. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, вот. Опираясь, опять же, да, на вот то, что вы
Ну, на, ну, на то, что вы говорите. На то, что вы говорите. Ну, понятно, что здесь скажем так, очевидный способ, да, есть очевидный способ написать письмо вашему мужу, где вы говорите о том, что не хотите больше там ходить и все так, и всякое такое, но как бы это, скорее всего, будет воспринято с обидой. Вот, с обидой на вас, потому что человек привык. Привык к тому, что, что вы с ним ходите куда-то. Вот, как бы это, ибо вы много раз через себя, вот, переступали. Такой ответ, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.